Всем здравствуйте! Сегодня мы готовим хашламу на пиве. Мы вот нарезали ингредиентов. Мясо, свинина, говядина, немного курицы, лучок, морковочка, картошечка. Наливаем масло в сковородочку. Сковородочку, видите, немножечко масла. Так, это мусорка, это мы потом вырежем. Итак, берем мясо, свинина, говядина, свинина, говядина, мясо, курица, морковочка. Подожди, свинина, говядина, засыпаем. Засыпаем. Ножичек. Потом берем курочку, курятинку, закладываем все это дело, ну и жарим. Солить надо? Обязательно. Что-то ты посолил, как украл лапу. Ну все, теперь лук там, да не надо мешать его. Сверху засыпаем морковкой. Картошечка. Ну и воды сюда еще налей маленько. Блять, из чайника налей, вы ты, Вася, все испортил. Ладно, вырежем. Ну и все. Пиво сейчас заливаем? Сейчас. Перед всем остальным. Пиво я бы лучше выпил. И все, накрываем это крышкой, и через полтора часа будет все ништяк. Итак, мы продолжаем. Спустя полтора часа первый раз открываем крышку. Так, засыпаем зеленью. Ну вот мы приготовили хашламе. Доставь туда вон. Непередаваемый запах. Thank you.
Все, иди за закуской. Всем приятного аппетита!